Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим простой и быстрый шоколадный крем. Он получается стабильным и очень вкусным. Можно сделать красивые шапочки на капкейках. Также этот крем отлично подойдет для украшения или выравнивания торта. Для крема нам понадобится творожный сыр и шоколадный ганаш. У меня уже готовый ганаш из темного шоколада и сливочного масла. Чтобы приготовить такой ганаш, понадобится микроволновка или водяная баня. Для водяной бани в небольшой кастрюле доводим до кипения немного воды. Вода должна слегка кипеть. На кастрюлю с кипящей водой помещаем огнеупорную емкость и выкладываем сливочное масло и темный шоколад. Растапливаем аккуратно при постоянном помешивании, чтобы не перегреть шоколад. Когда почти весь шоколад растаял, снимаем емкость с водяной бани и продолжаем перемешивать до полной однородности и гладкости. И теперь ганаш должен остыть до комнатной температуры. У меня оба составляющих, и творожный сыр, и ганаш, комнатной температуры. Соединяем их в удобной емкости и перемешиваем миксером на минимальной скорости, буквально до объединения. Периодически останавливаемся, зачищаем стенки и продолжаем перемешивать. Мы не взбиваем крем, а просто перемешиваем, иначе масса может расслоиться или пойти крупинками. Когда крем стал полностью однородным, сразу нужно остановиться. Если вам недостаточно сладости в креме, то можете добавить сахарную пудру по своему вкусу. Еще раз хорошо перемешиваем крем силиконовой лопаткой, чтобы вышли пузыри воздуха, и можно использовать его по назначению. Если крем получился слишком мягким, можно недолго охладить его в холодильнике, чтобы он стал чуть более плотным и более стабильным, но недолго, иначе он слишком сильно уплотнится. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой. У меня насадка 1М. Готовый крем можно хранить в холодильнике в закрытой таре, а перед использованием нужно дать ему согреться при комнатной температуре минут 20. Хорошо перемешать миксером и можно использовать. Темный шоколад перебивает солоноватый привкус творожного сыра, который не всем нравится, и крем получается насыщенно шоколадным и очень вкусным. А в описании вы найдете ссылку и на другие рецепты кремов на любой вкус. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.